Сегодня в программе. Как можно провести время в Чикаго, не зная город? Топчан $20 с человека и $25 за амбрелла. Это знаменитый Миллениум Парк, Калуга и Кран. Wood Wind. Замечательное место, интересная кухня. Вечерние прогулки по вечернему Чикаго. Я потерял свою машину. По фотографиям наша гостиница выглядит шикарно. Приедем на место, покажу, как оно в жизни. Линкольн Парк Зоо. Эпические, бомбически вкуснейшие. Я сам себе завидую.